готовим горбушу. Соль у нас специальная соль. Рыбу солим всегда в начале. Вот. С овощами в сметанном соусе. Вот это у нас чугуняка такая, сковородка. Она нагрелась. Сейчас обжарим и будем. Морковку с луком сначала, потом рыбку, потом овощи добавим и сметаной зальем. Заливаем лучочек и добавляем сразу морковочку. Сильно много огня не делаем, потому что должно не сгореть, а хорошо пожариться на медленном огне. Непрерывно помешиваем, жарим, непрерывно помешиваем. Берем обжаренный лук с морковкой и в этом ароматном масле будем обжаривать рыбку. Рыбка соленая предварительно. Следующую партию будем жарить. Вот посмотрите, да, как она зажаривается. Вот. И выкладываем. Выкладываем. Посыпаем чесночком. Посыпаем чесночком. Выкладываем нашу овощную заправочку, очень вкусную, которая дала аромат маслу. Рыба у нас изначально соленая, поэтому она не разваливается. Рыбу солим в начале, мясо в конце, есть аксиома такая, все знают, да? И теперь выкладываем тонко резанной картошечкой и зальем сметанкой и положим зелени. И уберем все дрова, оставим 2-3 уголечка томиться. 400 грамм сметаны полили сюда. 150 грамм водички кипятка мы бросили, чтобы подстраховать рыбку, чтобы она не подгорела. И вот тут 150 грамм. И закрываем. Вот так оно пусть томится. Убираем мы лишние вот такие. Получилось у нас вот так. Картошечка, обратите внимание, она должна быть чуть-чуть твердоватая, чуть-чуть. Вот это самый цимус, будет отдельный вкус. Она мелко томилась, на медленном огне томилась. Вот так мы снимаем ее отдельно, кладем вот с луком. Картошечку сняли, теперь подошли к рыбке. Вот так берем кусочек и выкладываем вот так вот. И чуть-чуть вот так вот овощей. А теперь мы вот так берем, пробуем вот так вот с корочкой. Подписывайтесь на канал Дегустатор Толстов.